Здорово, товарищи! Сегодня у нас огромный знаток азиатской кухни, блогер, писатель кулинарных книг, великий мастер, мой великий друг Хаким Ганиев. Дядя, что сегодня нам ты будешь готовить? Сегодня мы приготовим такой быстренький салат, теплый. Сейчас сезон нашей узбекской редки маргиланской. Он делается на раз-два, быстренько вот так, раз. Я могу тебе помочь, да? Да, конечно, вот так соломкой надо нарезать. У нас вот она замочена специально в воду соленую, чтобы она пропиталась солью, потому что мы ее потом солить не будем. В принципе, сейчас можно, Сержик, зажечь плитку, поставить сковородку на плитку. Давай. Что, жарить редьку будем, что ли? Нет, редьку жарить мы не будем. Редьку мы обратно опустим в воду. Пусть она будет в воде, чтобы она не потеряла сок, аромат и так дальше. Да, вот попробуем. Потом что будем дальше делать? Порежем чуть луку. Лук-шалот, он очень близок по вкусу узбекскому луку. Мы поэтому взяли лук-шалот. Если у вас нет лука-шалот, можно использовать любой другой лук, только нужно его порезать обязательно тоненькими колечками. Берем мясо, лучше всего взять говядину, вырезку, и мы ее нарезаем тоненько, как на бифстроганов. Тоже, значит, соломкой? Да, тоже соломкой. Это хвата или мне что добавить? Ну, возьми еще чуть-чуть. Нет, не так много. Я люблю побольше мяса. Мяско у нас, посмотри, как все только же мрам. Мурно, хорошенько. Отличное мясо, просто супер. Берем еще зубчик чеснока. О, то это мне уже нравится. Даже можешь и два добавить, я не против. Теперь нужно перемолоть чуть-чуть кориандра. Мы сделаем такую импровизированную ступку. Чуть-чуть добавим соли. У нас все ингредиенты готовы. Теперь мы можем переместиться к сковородке. Мы ее предварительно поставили на плиту, разогрели. Слегка добавляем чуть-чуть масла. Оно уже быстро нагрелось. Мы берем лук. И жарим. Лук чуть-чуть побелел. Мы сразу добавляем мясо. Чтобы мясо впитывало хорошо запахи, оно обязательно должно чуть-чуть нагреться, стать тепленьким. И потом мы уже только добавляем наши пряные специи. Добавляем чеснок. Теперь мы добавляем чуть-чуть паприки. Если есть у нас бульон, то добавляем чуть-чуть бульону. Если нет бульона, это не страшно. Мы добавляем 50 грамм водички. И эту воду мы выпариваем. Мясо у нас готово. Приступаем к подаче. Берем, слегка стряхиваем воду, чтобы у нас вода ушла. Серж, ты мне не поможешь? Помогу. Вот, нарезать мелко кинзы чуть-чуть. Это только потому, что ты мой друг. Выкладываем мясо. Поливаем образовавшимся соусом прям с макушки, чтобы это все прошло через нашу редьку. Посыпаем зеленью. Для пикантного нашего вкуса мы берем чищенные фисташки, чуть-чуть нарезаем их и посыпаем наш салат сверху. Салат как называется? Мы назвали его «Звезда Ташкента». Это был у нас салат «Звезда Ташкентска». Маргиланский шеф Хаким Ганиев, Серж Тевиджен. Спасибо. Чао. Спасибо.